Всем привет! Сборная Свердловской области активно готовится к всероссийским соревнованиям Кубок Прииртышья, которые пройдут в Омске с 21 по 23 января 2022 года. Мы улучшили свою технику и тактику. Мы собираемся на этих соревнованиях улучшить свой результат. Мы едем в Омск только за победой. Следите за нами по трансляции ВКонтакте, группа называется «Министерство спорта Омской области». Вы нам очень нужны.